Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий состав команд. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. На состав команды. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч. Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий состав команд. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. На состав команд. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч. Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий состав команд. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. На состав команд. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч. Штефан Херлинда. Удар! Забирает мяч просто.